25 раз с начала суток боевики открывали огонь по позициям сил «То», Обстреливали на всех направлениях. На Луганском в районе Попасной атаковали наблюдательный пункт армейцев. Украинские военные отбили нападение. Огонь по Новозвановке вели из минометов 82-го калибра. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке, Новой, Новоалександровке. На Донецком направлении и стрелкового оружия по Южному и Опытному. За прошедшие сутки трое украинских бойцов ранены на Мариупольском Мариупольском направлении из минометов 120 и 82 калибра боевики вели огонь по широкиной толоковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям силотов возле Маринки, Широкина, Лебединского и Гнутова. Российские репрессии против украинцев беспрецедентны, заявил в письме генсек ООН по Украины при организации Владимир Ельченко, а также призвал рассмотреть украинское обращение об усилении санкций против России на текущей сессии ООН. Накануне МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить страну агрессора придерживаться норм международного права и освободить незаконно удерживаемых граждан Украины. На территории Федерации остаются по меньшей мере 17 политзаключенных. Еще больше украинцев задержаны и арестованы в Крыму. Больше Та удерживают в заложниках боевики на Донбассе. Прекратить преследовать замглавы Меджлиса Ильми Умерова вновь требует от Кремля отечественный МИД. Спикер ведомства Марьяна Беца подчеркнула, цель оккупантов полуострова – уничтожить крымских татар. Накануне стало известно, Умерова внесли в список экстремистов и блокируют его финансовые операции в Крыму. В мае этого года против замглавы Меджлиса возбудили уголовное дело, якобы за публичные призывы и действия к нарушению территориальной целостности России. Задержание, обыск, возбуждение уголовного дела и помещение Умерова в психбольницу вызвало общественный и международный резонанс. Психическое состояние незаконно осужденного в России Станислава Клыха ухудшилось. Об этом сообщил адвокат украинца Дока Ицлаев. Ему удалось проведать подзащитного в СИЗО в Грозном. После новогодних праздников Клыха могут этапировать. Адвокат опасается. В колонии украинца могут ожидать серьезные неприятности из-за его болезни. Правосудие продолжает игнорировать психическое состояние Клыха. В этом году его и Николая Карпюка суд в Чечне приговорил к 20 и 22 годам строгого режима. Якобы за убийство российских военных во время Первой Чеченской войны. Оба отвергли все обвинения, заявив, показания и признания дали под пытками. Санкции против России ужесточили США. Президент Барак Обама подписал указ о новых ограничениях в отношении Федерации. Теперь из-за ее кибератак против Соединенных Штатов. Они коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. Также США выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Обама назвал их сотрудниками разведслужб. Для разведки, по его словам, использовались и российские дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке. Их тоже закроют. Послы теперь персона Нунграта и обязаны покинуть страну в течение семь 72 часов. Обама подчеркнул, Россия не только влияла на президентские выборы в США посредством санкционированных в высших эшелонах российской власти кибератак, но и осуществляла беспрецедентное давление на американских дипломатов в Москве. Украина ощущает поддержку Соединенных Штатов Америки в борьбе против российской агрессии. Об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с сенаторами Американского конгресса. Подчеркнул, важно продолжать усилия для сохранения против Федерации санкций и дальше давить на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности. Президент предложил сенаторам поехать на Донбасс, чтобы они воочию увидели провокации боевиков. Также подчеркнул важность двупартийной поддержки Украины в Конгрессе. Сенаторам вручили награды Джону Маккейну, Орден Свободы, Алинсе Грему и Ярослава Мудрова за персональный вклад в укрепление отношений между нашими странами. It is a Символично, что за последние почти два с половиной года мы получили очень сильную поддержку Конгресса США и администрации в нашей борьбе против российской агрессии, защите нашего суверенитета, территориальной целостности и нашей независимости. Очень важно, что в этой борьбе я как президент, мое правительство, моя армия и мой народ стояли плечом к плечу с вами, ощущая вашу поддержку, получая советы, всяческое содействие. И это очень важно в эти тяжелые для моей 45 миллионов

Усилить политическое и экономическое сотрудничество договорились президент Украины Петр Порошенко и премьер Грузии Георгий Кверикашвили. Перспективы двусторонних отношений обсудили по телефону. Согласовали заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству весной 2017 года. Президент поблагодарил Грузию за последовательную поддержку Украины и подчеркнул необходимость продолжить взаимодействие для эффективного отстаивания прав человека и деоккупации территорий двух стран. Кверикашвили пригласил Порошенко посетить страну. Украина улучшает инвестиционный климат. Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в налоговый кодекс. Глава государства уверен, благодаря документу контролирующие и проверяющие органы превратятся в консультативные. Количество проверок тоже уменьшится. К обсуждению документа привлекли бизнес и общественность. Закон на три года освобождает от любых проверок новые предприятия, если они имеют оборот менее трех миллионов гривен. Закон повысит прозрачность администрирования налогов и увеличит доходы государственного и местного бюджетов. Это новые отношения между государством и бизнесом президент. Также президент подписал закон о продлении моратория на плановые проверки бизнеса до конца 2017 года. Податковые инспекции перетворяются Налоговые инспекции превращаются на уровне районов из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой я хочу видеть инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультацию и не имеет больше никаких маски-шоу, коррупциногенных вещей. Уверен в том, что быстрая имплементация значительно улучшит инвестиционный климат государства. Контрольные функции остаются на областном уровне. Это значительно повышает уровень компетентности и профессионализма значительно сократит количество проверок, которые будут делать контролирующие, проверяющие органы. Надежда Савченко уедет в Россию из-за политического преследования в Украине. Такие заголовки несколько дней разгуливают просторами интернета. Как доказательство читателю приводят текстовую цитату и ссылку на видео с интервью Савченко. Однако при просмотре ролика таких слов от нардепа мы не слышим. Видимо, автор фейка надеялся на лень читателя, которому бы не захотелось слушать 20-минутную речь. Это лишь один из сотен, если не тысяч, примеров фейков, которые создает российская пропаганда. Очевидно что, это скепсис. Очевидно, что у каждого зрителя и читателя должен быть скепсис к информации. То бишь, я рекомендую проверять новость, которую вам доносят, как можно тщательнее. Сколько еще изданий сообщают об этом, на кого ссылаются, откуда у первоисточника взялись эти данные и так далее. Появление ложных сообщений отнюдь не случайно. В разных формах они призваны донести до аудитории четкие месседжи, выгодные заказчикам пропагандистской кампании. Если раньше был месседж «Сдавайтесь срочно, Россия страшная, мощная страна и вас завоюет», то сейчас месседж «Давайте мириться, все-таки что нам делить, братские народы, это политики и ваши, и наши плохие, давайте вынесем за скобки прошлое». Мы можем быть уверены, что вы имеете дело с кремлевской методичкой. В условиях информационной войны, которую ведет Россия против Украины, эксперты советуют обращать внимание на детали. Если издание или канал несколько раз компрометировали себя появлениями фейков, то воспринимать этот источник как достоверный не стоит. Треба разуметься, что не немає. Нужно понимать, что сейчас не времена Второй мировой войны, когда инакомыслие жестко пресекалось. Сейчас мы живем в демократической стране. У нас есть огромный доступ к информации. Так что повестись на фейк в наше время уже не так просто, как раньше. Народная поговорка Доверяй, но проверяй актуальна как никогда в наше время. Эксперты в один голос говорят: ни одна госорганизация не справится лучше с информационной защитой, чем сам народ. Владимир Гроссель, Евгений Савицкий, ЮАТВ. Мир Украине пророчат звезды и числа. Астрологи и нумерологи ожидают, что ситуация на Востоке стабилизируется в течение двух лет. А 2017 для этого заложит фундамент. Серьезные реформы ожидают банковский сектор и торговлю. Нумерологи не советуют менять работу и начинать новый бизнес. Инвестировать предлагают в здоровье и отношения. Ведь в 2017-м гарантирована романтическая удача. Крупные Организации, которые были стабильными, меня тоже будут в тяжелом положении, потому что будет меняться законодательная база. И в, э, до самого конца года мы будем находиться в подвешенном состоянии, к концу года. И тогда у нас начинается новый долгосрочный период, когда люди смогут реально уже планировать свою жизнь на будущее. 2017 год, год, который по всем цифрам, по всем параметрам обещает быть не очень благоприятным. Все-таки победить мы можем тогда, когда мы будем с вами как можно больше позитивной энергии отдавать вокруг нас. Понимаете, что такое любые взрывы? Это огромные потоки негативной, сгустки негативной энергии. съемки украинской мелодрамы «Моя бабушка Фани Каплан». Картина, профинансирована Госкино Украины с бюджетом в полтора миллиона долларов, вышла в прокат 8 декабря. Лента уже успела получить призы Одесского и даже Лондонского кинофестивалей. И, конечно же, хвалебные отзывы зрителей. Я хочу, чтобы мой фильм был 120-м, 121-м в следующем году, выходящим в украинский прокат, а не первым, одним и единственным. Киноработы Елены Демьяненко уже точно не будут одиночками на украинском кинорынке. Настоящим прорывом в индустрии называют кинокритики 2016 год. За это время зритель по достоинству оценил отечественные фильмы и сериалы. Детективы Пес и Владимирская 15 мелодрама Клан ювелиров, драмы Гнездо горлицы и бабушка Фаника План комедии с национальным колоритом Слуга народа и Последний москаль. Все эти украинские премьеры уже состоялись. Трантыны чистосыло всяко. Пойде... Микита Кожумяка. Украинские зрители, как дети, так и взрослые, буквально влюбились в первый отечественный полнометражный мультфильм голливудского 3D-формата Никита Кожемяка. За первый уикенд мультик собрал почти 200 тысяч долларов, побив рекорды в прокате украинских фильмов. Посмотреть анимационную ленту уже согласились в 20 странах. Контракт был, Контракт был подписан в 2011 -м. Участие государства минимальное. В этом проекте всего 4 миллиона гривен. Я очень рад, что в наше непростое время продюсеры довели дело до логического завершения. А уже в 2017-м на нужды кинематографистов обещают выделить больше 18 миллионов долларов. Также государство обещает простимулировать на 20-30% украинские телекомпании. Считают, они справятся с созданием качественных телесериалов. Возможно, не 150 серий, чтобы не забыть, с чего все начиналось, но формат 7, 12, а то и 18 серийных украиноязычных телесериалов на украинскую тематику были бы очень интересны почти 25 лет в истории независимой Украины отечественных фильмов в национальном прокате практически не было. Если задуматься, выросло целое поколение зрителей, для которых свое кино было совершенно незнакомым. Избавить отечественную киноиндустрию от комплекса уныния берутся режиссеры и продюсеры. Ведь более 100 украинских кинолент сейчас в производстве. Марианна Макада, Дмитрий Гришко, UATV. Божественный голос под куполом Софийского собора. Украинская оперная дева Виктория Лукьянец, которая уже 23 года является солисткой Венской оперы, дала благотворительный концерт. Собранные средства пойдут на реставрацию двух киотов 19 века, поврежденных в 30-х годах прошлого столетия. Цена вопроса 2230 долларов. Благодаря этому благотворительному концерту будут собраны деньги, и уже мы запустили этот процесс. То есть уже реставратор сделал обмеры, исследования, есть программа этой реставрации. То есть ну, процесс пошел. София Киевская – национальный заповедник, который входит в список ЮНЕСКО. Тем не менее, тут открыли двери для ценителей высокого оперного искусства, как это делают многие музеи мира. Многие западные музеи, они значительную часть своего бюджета вот формируют благодаря вот таким благотворительным мероприятиям. Ну, естественно, фигура Виктории Лукьянец, которую многие украинцы знают еще по ее выступлениям, где-то в начале 90-х, по-моему, в конце 80-х, в национальной опере Прекрасный голос, которая давно уже выступает в Европе, в Америке. Аве Мария Шуберта, Бусто и Качини – духовные произведения украинских композиторов органично звучат под сводами древнейшего собора. Пение Виктории, как молитва Деви Марии на украинском и итальянском. Ведь для святой нет разницы, католик ты или православный, считает оперная дива. Каждая женщина из нас, украинок, имеет свое место, которое она считает сакральным, где она молится о своих детях, о своей семье, родителях. Для меня это место здесь. Я прихожу, и все знают, что я иду к Каранти. Это моя Богородица. Поэтому я себе намолила и намечтала. Но верите, я не знала, что это возможно. Я не могла поверить, что мне дадут право спеть здесь. Вечер в Софийском соборе закончился хитом, которому в этом году исполнилось сто лет. Всеми любимый и популярный во многих странах щедрик Николая Леонтовича создал рождественское настроение и вызвал овации. Инесса Занина, Дмитрий Гришко, ЮАТВ. Украинские колядки с американским акцентом. Дипломаты посольства Соединенных Штатов подготовили видео поздравления с новогодними и рождественскими праздниками. Шесть украинских колядок в исполнении 20 работников посольства зазвучали по-новому. Идея принадлежит Марии Иванович, послу США, которая с августа работает в Украине. Считает, традиции творчества объединяет народы. Коле, 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 Добре з медом паляниця. А без меду на така, дайте дядьку п'ятака. Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога. Колядин, колядин. Я у батька один. Мені не дивуйте, ковбасу влаштуйте. Щоб жити і радіти, щоб росли здорові діти. Щоб сонечко веселе, вашу тішилу оселю. Міру і добра всім.